на 777. Пригоди всім. Безпілотники атакували Воронізьку область. На це вже кажуть в головному управлінні розвідки, що джерела, що у силах оборони повідомляють, що за атакою на навчальний авіаційний центр у Борисоглебську Воронізької області стояло головне управління розвідки Міноборони України. Що ж кажуть Міноборони Російської Федерації, що два БПЛА атакували учебний авіаційний центр підготовки льотного состава імені Чкалова в Борисоглебске Воронезької області. Як сообщають СМІ, перший дрон врізався в фасад здання на рівні 4-го етажа около 3 утра. Через час туди же попав і второй безпілотник. Пострадавших нет. В результаті взривів повреждені фасад і стекленний учебного центру. От, власне, що відомо про Воронеж і Борисоглебський, це от навчальний центр, там є училище, і також, нагадаю вам, там є також завод авіаційний російський. Остання інформація, яка є в відкритих джерелах, повідомляє нам наступне. Каже про те, що це єдиний завод в Росії, який займається ракетами. Він їх обладнює, він їх ремонтує, він доводить їх до справності, і їх тоді вже монтують на авіацію російську, яка, нагадаю, регулярно б'є по Україні. Чи є влучання в напрямку цього заводу, наразі невідомо, але воно все концентрується в одній точці. Відповідно, будемо стежити і з'ясовувати, чи є ще влучання. Також пожежа трапилась на російському ракетному кораблі «Серпухов» вчора. Виникла внаслідок спецоперації, знову ж таки, головного управління розвідки. Про це повідомляють джерела у засобах масової інформації в Україні. Внаслідок пожежі судно зазнало значних ушкоджень. Корабель розташовувався на військово-морській базі «Балтійськ» у Калінінградській області Російської Федерації. Хочу вам нагадати, що «Серпухов» здатен нести різноманітне озброєння, включно з крилатими ракетами «Калібр» і ракетами «Онікс». Ну, я нагадаю вам, крилаті ракети «Калібр» регулярно прилетять в Україну, ну, а «Онікс» «Циркон», дуже хвалилися росіяни, що вони тримають їх в Криму. Ну і головне управління розвідки Буданов також казав, що певна концентрація цих ракет є в тимчасово окупованому півострові. Дуже сподіваюся, що «Серпухов» вже не зможе виконати жодну задачу, поставлену перед ним. Також нагадаю, що у Смоленській області впав міст. Це вже справа Небесної канцелярії, це вже втручається природа. Відповідно, міст повністю обвалений, там є жертви, ну і кадри, от зараз ви бачите, як він сам ліквідовується. І, відповідно, наслідки те, що міст не працює, бачите, все обвалено. Я дуже сподіваюся, що цю естафету Смолінський міст передасть Керченському мосту, тому що у такому вигляді Керченський міст мені найбільше подобається. Не тільки мені, я думаю, а й всім українцям. Ну, якщо говорити про Орськ і Оренбурзьку область, там триває ще один фронт, можна так сказати, відкрився для Путіна, з яким він теж не може впоратись, попри те, що він зібрав спецкомісію, яка повинна розбиратися, що відбувається на кордоні з Казахстаном в цьому місті. Нагадаю вам, там прорвала кілька днів тому дамба, проривів було декілька, вода в річці Урал піднялася спочатку на 2 метри, потім значно більше. От ви бачите, тисячі будинків затоплені. Ну і те, що створив Путін спецкомісію, абсолютно нічого не дало, ніякого результату. Більше того, чиновники на місцях намагаються зустрічатися з населенням, яке обурене, і просять вимикати телефони перед зустрічю, тому що не хочуть, аби фіксували на телефони, на відео і на фото те, що вони будуть говорити. Давайте послухаємо. Ми знаємо, що преступлення совершено руками радикалів. Ті ж кровати і так далі. Зачем люди должны за свой счет, у которых жилья не осталось, выделять на подушки? И воду в рот. Потому что у нас не обходили курс делать. Тише, тише, тише. Точно. Так, телефоны все убрали. У нас тут есть правила. А почему? Телефоны все убрали? А как мы потом докажем, что нам такое? Вот у вас куча прессы, он стоит. А прессу вырежут. Давайте еще раз. Мы пришли подавать. Вы не правы, что я пришел? Нет, вы не правы. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. Здесь шуток нет, вы сами видите. Мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. Это один человек. Эта ситуация может продлиться неделю. Неделю. Вот они сидят, эти люди, вот сейчас в окнах. Что они будут есть? Есть. Им придется возить каждому еду. Знаєте, не хочу я казати про бумеранг, не хочу я проводити якісь аналогії, але пригадайте червень минулого року, 6 червня, як терористи
Російська Федерація підірвала Каховську дамбу, як лівий берег весь затопило, які це наслідки мало. Більше того, ми зараз бачимо, так, найкращий захист – це напад. Відповідно, чиновники, поліція, МЧСники їхні звинувачують саме місцеве населення, що, мовляв, ну ми ж вам казали, що буде біда, чого вони не тікали. Ну а от місцеве населення бунтує і розповідає, згадуючи Крим, що, от, мовляв, в Крим, який ви приєднали, все провели там начебто, а от ми тут бідуємо. А чого ви очікували? А ви думали, що вам що? Буде так солодко жити, а ви думали, що вас захистять? Ну, поїдьте в Білгород, але хоча там теж не дуже безпечно, відповідно, нема куди вам тікати, куди ж будете тікати, невідомо. Більше того, я вам хочу сказати, що в Оренбурзі, в Оренбурзькій області, Орську, один до одного відчули, що таке Україна і як в Україні. Тому що в Оренбурзькій області, в Оренбурзі увімкнули сирену. Влада просить жителів міста негайно евакуюватися із зони можливого підтоплення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила 9 квітня мерія міста. Звуки сирени пролунав о 10:40, 8:40 за київським часом. В обласному центрі діє режим надзвичайної ситуації. Рівень води у річці Урал у місті наближається до небезпечної позначки. Всім, хто перебуває в зоні можливого підтоплення, необхідно негайно евакуюватись. Мовиться у повідомленні. Більше того, є дуже багато відео, як це от евакуйовує, як намагається евакуйовувати. Виглядає це дуже, м'яко кажучи, не організовано, тому що багато лодок топиться, багато хто не може переправитися. Але загалом перша функція держави – це захищати народ, так, захищати от таких от умовах, які зараз є в Оренбурзі і області. Бачимо, от воювати танки, артилерію, літаки, бомбити Україну, тут Путін от всесильний, так? А от банально справитися з стихійними бідами, коли прориває дамбу, неспроможні. Більше того, наголошую так, що місцева влада звинувачує саме ж місцеве населення. Як казав Дмитрий Медведєв свого часу, ви держитесь там всього хорошого. Ну так от і по всій території Російської Федерації відбувається. Якщо згадувати фронт в Україні, лінію бойового зіткнення, хочу вам показати кадри, що Росія робить і чим Росія хвалиться саме на Бахмутському напрямку. Тому що, нагадаю вам, зараз найважча ситуація – це в районі населеного пункту Часів-Яр. Відповідно, вони намагаються використовувати свою вже традиційну тактику геноциду – це випалення землі. От зараз важко щось розгледіти чітко на кадрах, але це палаюче місто Часів-Яр. Просто вони скидують авіабомби і, відповідно, намагаються зруйнувати місто. Така сама ситуація була аналогічна і з Бахмутом, і з Авдіївкою, і з іншими містами. Попасне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Отакий підхід росіян до так називаємо визволення, як вони називають. Якщо згадувати лівий берег, то зараз дуже панікують росіяни, тому що кажуть, що останні дні авіація не працює їхня і активізувалися Збройні сили України. І останнє повідомлення, от буквально кілька хвилин тому, в районі Крину кажуть, що ВСУ почали атакувати, тому що немає в них підтримки, а радіо контрбатарейна, перепрошую, боротьба з лівого на правий берег також в них бажає краще. Ну і загалом техніку вони не використовують на лівому березі, їм заборонено, чи то немає, чи то вирішили, що просто треба кидати на м'ясні штурми, але факт залишається фактом, що в районі населеного пункту Кринки ситуація дуже непроста в окупантів. Ну, от Авдіївський напрямок також хотів згадати в районі населеного пункту Тоненьке, тому що це от буквально кілька кілометрів від Авдіївки на захід. Активно намагалися наступати колонами росіяни. Генштаб повідомляв, що 29-30 березня, на початку квітня, величезні втрати були техніки в росіян. І загалом, оцінка аналітики кажуть наступне, що відколи почалися активні наступальні дії біля Авдіївки, слухайтеся, вже зафіксовано, що таке осієнт-аналітики. Це ті спеціалісти, які фіксують втрати техніки безпосередньо з фото і відеоданих. Це не видумано, це не за словами бійців, це не хтось комусь передав, а це чітко видно, скільки втратили техніки. Так от, на Авдіївському напрямку Росія вже втратила 984 одиниці техніки. 1000 одиниць техніки – це просто щось неймовірне. Вірне. А от за останні дні в районі населеного пункту Тоненьке росіяни втратили зафіксовано вже 91 одиницю техніки. Це і танки, це і БМП, і БТР, але ми розуміємо, це просто безпрецедентна кількість. Не знаю, чи є такі напрямки в цій війні повномасштабній,
де Росія втрачала таку кількість техніки. Ну, але це ніколи не зупиняло і не зупиняє Путіна, тому що для нього важливо ціль, а не засоби, які для цього витрачаються. Давайте більше говорити про те, що говорить Путін і чому він сам собі суперечить, тому що от за буквально за 14 секунд йому вдалося зробити так, що я не розумію, чи взагалі він слухає себе і розуміє, що каже. Більше про це будемо говорити з опозиційним журналістом Ігорем Яковенком. Ігор, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Игорь, хотел бы вам показать 14 секунд, где Путин буквально за несколько дней говорит одно, а потом кардинально другое. Давайте послушаем. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Игорь, скажи мне, пожалуйста, я понимаю, что вранье, альтернативная история, это все очень хорошо умеет делать Путин. Но вот в несколько дней, несколько секунд он говорит совсем разные вещи. Он уже сам не соображает, он уже не вспоминает, что он говорит. Или как это можно объяснить? Ну, вы знаете, вот эта гипотеза, не гипотеза, а вот эта версия, которую он с самых первых минут выдвинул, что это украинский след. Она настолько абсурдна, настолько нелепа, что он все время забывает. Ну, слушайте, можно же понять, понимаете, когда вы рисуете что-то хоть как-то правдоподобное, значит, какая-то версия, которая, может в голове помещаться. Вот версия с украинским следом, она нелепа, потому что, и действительно, таджики, которых они поймали, там, поотрывали им уши, выдавили глаза, в результате там рассказали, что они прорывались в Украину. В любом случае, держать в голове одновременно вот этих вот таджиков, и что это вот украинский след, это невозможно. Настолько абсурдно, настолько нелепа версия, что все время прорывается, все-таки что-то более правдоподобное. Тем более, что ИГИЛ с самого начала взял на себя ответственность за это. Еще более абсурдное заявление, что у игиловцев не было мотивов, и что радикальные исламисты не могут совершать теракты в России. Хотя полно этих терактов было. И буквально на протяжении путинского владычества было и Дубровка, был и Беслан, и кто это, как не радикальные исламисты. То есть, на самом деле, это, конечно, полный абсурд, то, что он говорит. И, конечно, в этом абсурде последовательно находиться довольно сложно. Поэтому периодически он все-таки прорывается какой-то элемент правды. Вот. Так что, на самом деле, не знаю, Путин же никогда не был действительно разведчиком. Угу. У него навыков вот разведчика, человека, который под прикрытием, его не было. Он сидел в этом самом Дрездене заведующим клубом. Это, вербовкой он владеет, это безусловно. А так, чтобы вот действительно жить какой-то двойной жизнью и постоянно держать в голове легенду, которую надо реализовать, у него этих навыков нет, как выяснилось. И вот сейчас вот он постоянно, что называется, прокалывается. Да, Игорь, перед тем, как начать с вами разговор, я вспоминал о том, что очень много техники теряет Путин на фронте, это особенно и в районе Авдеевки, это в районе Бахмута. У меня такое впечатление, что он куда-то спешит, что вот у него есть какой-то дедлайн. Можем ли мы привязывать эти события к тому, что там может инаугурация его, или 9 мая, или что-то еще, потому что вот в какое-то окно возможностей, потому что вот именно сейчас эта активность, вот как-то сложно ее понять. Я, откровенно говоря, не думаю, что здесь есть какой-то график, в который Путин пытается уложиться. Просто надо демонстрировать какие-то успехи, что-то надо выдавливать из сегодняшней ситуации, потому что линия фронта стоит вот уже практически чуть ли не год. И
что-то надо делать, потому что на самом деле тут трудно сказать, на кого работает время. Трудно сказать, на кого работает время, но в любом случае Путин... Ради Бога, извините, я выключу. Нагадаю, з нами є опозиційний журналіст Ігор Яковенко, з яким ми, власне, проговоримо про те, що зараз відбувається на фронті і чому кудись Путін так поспішає. Чи є якась для цього дата, дедлайни поставлені перед його окупаційними військами, чи це не піддається логіці, що більш ймовірно, так, його діяння. І, відповідно, він абсолютно нічого прив'язується. Є можливість, є снаряди, будемо бити. Тому що шукати б, насправді, напевне, якихось логічних ключів для того, що чи бомбити Харків, чи не бомбити, звичайно, вони будуть це робити. Ігор Яковенко з нами знову на зв'язку. Я прошу прощення, здесь какое-то екстрене сообщение було. Все хорошо, все в порядке. Вот. Так что я, возвращаясь к нашей теме, на самом деле, я думаю, что просто подчиненные Путину пытаются каким-то образом сдвинуть ситуацию, потому что все это на самом деле не на руку Путину. Вот эта вот затяжная война, когда идет соревнование ресурсов, и ресурсов, безусловно, больше у союзников Путина. То есть Путин проигрывает затяжную войну, это более-менее очевидно. Так что пытаются выжать из этой ситуации все, что можно. Да, Игорь, конечно, хотел бы вспомнить то, что сейчас в Оренбургской области происходит. Да, дамбу прорвало, Путин собирает спецкомиссию, должны все помочь, всех эвакуировать, но на деле вовсе не так. Много есть видео, и мы показывали тоже в эфире о том, что просто такие люди выходят, говорят: «Путин, помоги», там собирает глава Оренбурга журналистов и местных на какое-то собрание, даже говорить: давайте не включайте телефоны. Ну, а МЧС вообще говорит: мы уже предупреждали, нужно было убегать. Вот вам не кажется, это вот, во-первых, мне очень удивительно, что нет украинского следа в этой дамбе. А во-вторых, вот это как раз показывает то, что вот воевать Путин молодец, бросать авиабомбы молодец, артиллерия в Украине сколько хотите. А вот банально затопило, а мы ничего не можем сделать. Нет, ну начнем с того, что все еще впереди. И там же выяснилась основная причина, как вот как раз создатель этой дамбы, он же сообщил, что дамбу съели мыши. И Следственный комитет работает. Сейчас, я думаю, что разберутся с этими мышами, разъяснят их, допросят как следует с пристрастием, выяснят, что это мыши, посланные генералом Будановым, найдут фотографии у них в норках, так сказать, украинских военных. Ну, все как обычно. Как в результате допросов с пристрастием, вот у этих таджиков обнаружились фотографии украинских военных в телефонах. Так что все еще впереди. Ну, а если серьезно, то причина же потрясающая. На самом деле, история вот этих вот паводков, история наводнений, она показывает, что вода поднимается на 12 метров. То есть, ну, вот в пределе. На 12 метров были случаи, когда на 9. А дамбу построили высотой 5,5 метров. Ну, понимаете, вот что это такое? Как это можно? Причем, как выяснилось, еще проверка установила, что половина денег из этого миллиарда, который был потрачен на эту дамбу, было разворовано. Ну, то есть это обычное российское головотяпство. Ну, что нужно иметь в голове, когда ты знаешь историю паводков и знаешь, что бывает, высота поднимается на 12 метров, и ты строишь дамбу высотой 5,5 метров. Вот что нужно иметь в голове? Да еще и половину средств на это сооружение разворовывается. Но это одна сторона вопроса. Плюс еще на это на все наложилась война, которая поделила экономику России на две части. Военная часть – это любимая, которая защищена и которая, на самом деле, которая тратится безумные деньги. Ну и гражданская часть, на которую вообще сейчас всем наплевать.
И то, что сейчас произошло, действительно, когда ведь не только там Оренбургская область, тут и Тюмень, тут и Самарская область, да еще это все эти воды, поднявшиеся, хлынули еще в Казахстан. Там тоже, так сказать, чрезвычайная ситуация, там уже 7 тысяч человек эвакуировано в Казахстане. Так что бед натворили, конечно, очень много. А результат – это обычное российское головотяпство плюс коррупция плюс война. Вот три слагаемых вот этого бедствия. Да, Игорь, хотел еще вспомнить, даже не так, показать, что местное население в Орске думает о наводнении. Давайте послушаем. Те же кровати и так далее. Зачем люди должны за свой счет, у которых жилья не осталось, выделять на подушки? И воду в рот. И все молчат. И воды. Воды нет, получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, путепровод. Извиняюсь, когда Крым присоединили, провод, путепровод воды. А до нас нет. Что, Крымом надо отсоединиться? Речку отсоединим сейчас. Всем помогаем, кроме себя. Что, нет? Непонятно почему. И будем до последнего молчать. Зато МЧС областное пишет нам. Ну зато Орск, все хорошо, все будет прекрасно. Игорь Александрович, хотел бы я выделить здесь вот вспоминание этого молодого человека о Крыме. Вот мы прекрасно знаем, что много россиян сейчас пытаются завлечь на оккупированные временно территории, предлагают большие им зарплаты. Вам не кажется, что чем расти, тем больше будет вот Крым и оккупированные территории, пять областей наших, будут как-то притыкать Путин? Вот говорите, вот ты такой молодец, вот а что с нами? Вот к чему я веду, что... В его голове вот, присоединение наших территорий – это как подвиг, как хорошее действие. А вот для населения это будет как раз как аргумент, как говорить Путину, а что ты наделал? Ну, пока еще я не думаю, что это какое-то массовое явление. Потому что вот у меня так все-таки ощущение такое, что пока еще население не ощущает вот этого катастрофических последствий вот этой имперской политики в целом и конкретно начала большой катастрофической войны. Пока еще этого нет. Понимаете, пока еще, ну вот беда, вот беда пришла. А это действительно беда. Люди лишились домов. Они, что называется, оказались в ситуации, в которой миллионы украинцев оказались, ну, прежде всего, с момента начала большой войны. То есть вот сейчас жители Белгородской области оказались в какой-то степени в ситуации, в которой оказались очень многие украинцы. И до них начало что-то доходить. Но для подавляющего большинства россиян этой беды нет. Они пока не чувствуют эту войну. И хотя, ну вот сейчас известно, что война, в общем-то, ну, более-менее пришла на Белгородскую землю, в Белгородскую область. Что-то почувствовали, ну не то, что война, но, по крайней мере, какие-то беды почувствовали жители Оренбургской области. Но основная масса россиян пока войну на себе не почувствовала. И поэтому я не думаю, что массовые настроения, вот те, о которых вы говорите, они будут вот сейчас распространяться. Пока нет. Пока время не пришло. Придет обязательно. Придет, когда оккупанты начнут терпеть тяжелое поражение. И прежде всего, я думаю, что какое-то понимание, что вот этот вот узурпатор завел страну бог знает куда, оно придет, я думаю, что после деоккупации Крыма. Вот у меня такое предчувствие, что вот именно деоккупация Крыма сломает общественное сознание россиян. Они начнут понимать, что царь не настоящий, а силовики начнут понимать, что вообще-то войску пора бунтовать. Игорь Александрович, если говорить об Харькове и о том, что в последние дни очень серьезно его обстреливает оккупированная армия оккупантов, это
от шахедов до артиллерии, авиации. Как вы считаете, какова цель? Потому что если слушать Роспропаганду, они говорят, что вот Харьков – это очень важный город для Украины, потому нужно его уничтожать. Это не в Скобеево, кого-то другого на, в эфире говорили. А вот, или Путин хочет сделать вот так называемую серую зону, о которой они говорили, там 30 километров, чтобы обезопасить Белгород там, и другие области. Какая цель, как вы считаете? Ну, вообще, на самом деле, целей несколько. И Харьков действительно очень важный город, очень важный. И цель, ну, конечно, идеальный вариант для оккупантов было Харьков взять, то есть оккупировать. Но эта цель недостижима. То есть, ну, любой анализ, любой военный эксперт, все военные эксперты сходятся, что у Путина сейчас нет ресурсов, их просто нет для того, чтобы оккупировать Харьков. Но раз нельзя оккупировать, значит, надо его просто стереть с лица земли. И, ну, эта цель, она, ну, теоретически, по крайней мере, достижима. Значит, цель следующая. Первое. Это действительно посеять, ну, что называется, сломать волю украинцев. Об этом впрямую говорилось в программе у Норкина на НТВ. Вот именно сломать через колено волю украинцев. Это первая цель, потому что Харьков – это огромный город, один из, ну, самый большой русскоязычный город, скорее всего, самый большой в Украине. Вот. Это задача сломать именно в общественном сознании вот такую волю украинского народа. Понятно, что эта цель недостижима. И, кстати говоря, показывает это то, что, несмотря на то, что Харьков лишился, по сути дела, разрушена энергетика, разрушено теплоснабжение, но, тем не менее, никакого бегства из Харькова нет. То есть харьковчане остаются на месте, то есть никуда они не деваются. И это то, что очень сильно нарушает планы. Вот первые планы морального подавления харьковчан. Второе, это Харьков – это серьезный промышленный центр, один из самых, ну, по сути дела, главных промышленных центров Украины. И там, в Харькове, есть очень серьезные военные производства. Это танкостроение, другие центры там, ядерной индустрии, то есть и так далее. То есть, на самом деле, это серьезный стратегический центр. И, конечно, в данном случае вот эти разрушения имеют, имеют в качестве прицела и военные цели, то есть разрушение объектов военной индустрии, что, безусловно, важно. Ну и, наконец, еще одна цель разрушения Харькова – это добиться большого количества беженцев. В Харькове 1 300 000 жителей. Ну, я не знаю сейчас точно, сколько осталось, но, во всяком случае, за 1 000 000 точно. И расчет на то, чтобы вот этими разрушениями создать гуманитарную катастрофу, которая приведет к появлению, ну, как минимум, 1 000 000 беженцев. Понятно, что украинское государство в данном случае, получив 1 000 000 беженцев на своей территории, и так, в общем-то, в Украине достаточное количество беженцев, людей, которые релоцируются, эвакуируются, выезжают за границу или внутри страны становятся, так сказать, перемещенными, релоцированными людьми. Ну, а если добавится еще 1 000 000 из Харькова, то это будет тяжелое испытание на бюджет украинский, на вообще на украинскую экономику, на украинскую социальную сферу. Расчет именно на это, нанести максимальный ущерб. Но здесь я должен сказать, что вот харьковчане неожиданно совершенно разрушили план. Они не побежали. Они не побежали, нет никакой паники, люди помогают друг другу, так сказать, нету электричества, создают центрального, так сказать, разрушенные энергосети, запасаются генераторами. Ну, короче говоря, в данном случае проявлено, Украина проявила то, что у нее было всегда сильной стороной. Это то, что в Украине общество всегда было гораздо сильнее государства.
И вот удары по Харькову, они показали, что взаимовыручка, такой спокойный, ироничный взгляд на мир, это все ломает планы. То есть фактически можно сказать, что те вот четыре цели, о которых я сказал, они не достигнуты. Игорь Александрович, если говорить о Китае, да, потому что вот Лавров был с визитом, встречался с МИД Китая Ван И, после этого сказал Ван И, что в стратегическом плане они будут наращивать сотрудничество с Россией, ну и также сказал, что они за то, чтобы вот огонь прекратился в этой войне. И мы знаем также, что канцлер Германии Шольц тоже летит к Си Цзиньпиню, будет встречаться. Насколько сейчас серьезно Китай играет роль в этой войне, и может ли он сыграть какую-то ключевую вещь в этой войне России против Украины? Ну, это два разных вопроса. На первый вопрос, ну, я свою точку зрения выскажу. Китай, безусловно, играет огромную сейчас роль в экономике России. То есть произошло такое китаезамещение. То есть Россия потеряла рынок европейский, в значительной степени американский, и во многом как бы китайский рынок заместил. Ну, например, там, я не знаю, самый характерный пример – это автомобильный рынок. Здесь исчезли по понятным причинам немецкие, американские бренды, ну, вообще в целом европейские. И российский автомобильный рынок заполонила китайская продукция. Китайские автомобили, это они сейчас занимают первые места по продажам. То есть, на самом деле, вот это, ну, это вот наглядный пример, как... Какую роль Китай играет в экономике России? Китайские товары в основном сейчас выполняют те функции, которые раньше выполняли европейские. Значит, Китай вместе с Индией занимает очень ключевую сейчас роль, основное место в продаже энергоносителей, то есть нефти и газа. Поэтому роль, конечно, Китая огромна. Но... Здесь вопросов нет. Но сказать, что Китай может сыграть решающую роль в этой войне, вот здесь я не очень понимаю, каким образом. Си Цзиньпин пытается, значит, выступать в роли миротворца. Никаких абсолютно шансов выступить, чтобы он успешно сыграл эту роль, не существует. Потому что любая попытка усадить, значит, Россию и Украину за стол переговоров упирается в диаметральную противоположность интересов. У них нет точки компромисса, поскольку Россия ставит свою задачу уничтожить Украину, а Украина почему-то не хочет быть уничтоженной. И найти точку компромисса здесь просто невозможно. Поэтому я думаю, что влияние у Китая огромное, но какую-то ключевую роль в окончании этой войны Китай, на мой взгляд, сыграть просто не может, потому что он ориентирован не на помощь Украине, он ориентирован на мирные переговоры. А это абсолютный тупик, это абсолютная фейковая история, которая в обозримый, по крайней мере, период не имеет никаких шансов на реализацию. Игорь Александрович, также хотел бы вспомнить Кадырова и Чечню, потому что так называемый министр культуры Чечни Муса Дадаев приказал ограничить темп разрешенных в оккупированной РФ Ичкерии музыкальных произведений. Инициатором, конечно же, был Рамзан Кадыров, но что интересно, это уже подсчитали и... изъяснили, что вот уровень должен быть ударов, да, в минуту от 80 до 116. И вот нечаянно вот этот запрет попадает в гимн Российской Федерации. Вот я не верю в то, что это какие-то продумки Кадырова. Я вот только не могу понять, как можно решать такие вот вопросы и попадать в такие вот ситуации нелепые. Ну, знаете, вообще проблема...
государственного управления культурой, или точнее культуркой, как они ее называют, это отдельная история, это действительно иногда приводит вот к таким анекдотичным последствиям. Можно, конечно, взять и поставить этот гимн на ускоренное воспроизведение. Вот. Я там не знаю, насколько это соответствует, так сказать, уважению к символам российского государства, в кавычках. Но в любом случае, ну это просто действительно карикатура. Это карикатура на как бы советские какие-то правила управления, управлением культуры. То есть, ну, в общем, это все из серии анекдотов. Кадыров – это сам по себе, если, конечно, не иметь в виду, что это человек кровавый убийца, он, конечно, тоже фигура достаточно карикатурная, сатирическая, с его там несметными богатствами, с его непотизмом, когда он расставил практически всех своих детей, расставил на ключевые посты в государстве. Это безусловно, карикатурная фигура, хотя и очень-очень кровавая. Игорь Александрович, спасибо большое за этот разговор. Как всегда, приятно с вами беседовать, и как вы расставляете акценты, да. И вот последнее то, что сказал вот Кадыров, хочу еще вспомнить, потому что он это мотивировал чем? Потому что музыка не соответствует чеченскому менталитету. Вот что это и куда это, тоже сложно понять. Спасибо вам большое. Спасибо. Нагадаю нашим глядачам, з нами був опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Що ж, я хочу вам нагадати про те, що серед наших союзників так є дуже потужні, як ви можете, фігури, та які несуть правильні меседжі. Я про це говорив в першій годині, хочу нагадати, тому що от президент Фінляндії каже, що в Україні можна досягти миру лише на фронті, оскільки президент Російської Федерації Володимир Путін розуміє тільки мову сили. Про це в інтерв'ю CNN заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Чому я це повторюю? Тому що в контексті інших та заяв, таких як Столтенберг, розповідали, що треба, щоб Україна сама вирішувала, на які компроміси йти з Росією. Це як це виглядає? Це виглядає наступним чином, що начебто наші партнери деякі не заохочують, не тиснуть на нас, мовляв, сідайте за стіл переговорів, але вношучи в площину перемовин і переговорів, взагалі вкидаючи в інфополе поняття компроміс, вже мимоволі наштовхують на такі речі. Про це навіть говорити не потрібно, про це навіть згадувати не варто. Всі, хто зараз хоче зупинки активних бойових дій, це, звісно ж, Росія і Путін. Про що він згадував у розмові зі своїм товаришем, екс-канцлером Німеччини Герхардом Шрёдером. Більше ніяких меседжів ні від кого не лунає. І про це сказав в крайньому інтерв'ю глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він про це сказав, що ніяких зараз перемовин з Москвою і бути не може. Що ж, на цьому я завершу свої три інформаційні години. Ви обов'язково залишайтеся з 24-м каналом, тому що ми максимально намагаємося оперативно подавати інформацію, максимально об'єктивно. У нас є різні майданчики, на яких ви можете швидко і якісно знайомитися з інформацією. Це і телеграм-канал, і наш YouTube-ресурс. Підписуйтесь, аби завжди бути в темі і завжди розуміти про процеси геополітичні, які відбуваються навколо України, і, звичайно ж, безпосередньо те, що відбувається в Україні.